Ура. Эй, Жолдас, откуда приехали-то? Новоорск? Не близко. Ребята, вы откуда? Орск. Я здесь уже уволен. Октябрьский район, ну это наши, близко, да? Я вам сейчас дам свою визитку. Тяжелые, конечно. Вон еще один наш. Пять кругов проскакал. Прежде чем сюда заехать, там крутанись. Давай. Вот так. Да нет, я снизу. Давайте кто? Двух лет. Так, давайте. Район, да? Сплетку, да, Сок? Так, слышишь, сказать сплетку. Так, это, подожди, у нас звать как? Азарт Глори. Азарт Глори. Через черт? Пиши прямо. Азарт Глори. Денислав! На первом дуплете. Жакей. Я Бигбау. Так, Бигбау. Такой понятный. Там еще же ребята есть. Абдулина, еще Абдулина. Да. Спасибо.
Добрый день, уважаемые гости и участники сегодняшних заездов. Много лет подряд на угольной земле проводятся традиционные конные скачки, посвященные не только юбилейным датам, но и замечательным людям, проживавших когда-то на этой земле, а также живущим здесь в настоящее время. Каждый год это спортивное мероприятие собирает большое количество людей. Сюда на праздник съезжаются не только жители нашего района, области, а также ближайших республик. Николай Васильевич с сыном Сергеем Николаевичем. И внуком. Внук еще не трогай, мы пока подождите. Да. Не представляет свою жизнь без лошадей. И вкладывает все силы и умения в сохранение этого казачьего наследия. Итак, сегодня 25 июля 2021 года мы начинаем конные скачки. В мероприятии участвуют 3 заезда, и каждый будет посвящен определенному человеку. Пап, я буду скакать! Ты будешь скакать? Сам не знаю. Нет, в смысле, когда поскакивай. Не грохнет. Вон тебя не видишь, говорю, поздравь с днем рождения, брат, ты голый. А тебе грохнет, это еще сразу. Нет, тут мягко. Даже там первый забег, и в нем принимают участие молодые лошади, двухлетки, расстояние 1200. Где наш? Парапет Абдулина, наездник Гафурова Элиана. Кто? Макс идет? Кто ведет? Сереж. Макс ведет Абдулина. Так, скачки начали. Давай, нормально! Ай, кто? Все. Так, девушка, молодец, молодцы, молодцы. Вы второй, да? Ничего. Второй двое, да? Второй. Первый раз. Серега, запомнил? Все. Бег, в котором принимали участие малолетки. И первое место уедет в Башкирию Караськин Павел. Второе место Гафурова Элиана Абдулина. И третье место угольная Даура лошадь Степанцев Максим. После этого все. Все. Победитель Башкирия Караськин Павел. Молодец. Зато он рвался прям в бой как. Второе место у нас уходит в Абдулина. Ой, Абдулина, Абдулина. Лошадь Парапет, наездница Гафурова Элиана. Молодец. Так, и третье место угольная Даура Степанцев Максим. Остальных участников заезда просим подойти тоже сюда. Ты меня боишься. Да-да, продолжитель нашего рода. Да-да. Второй заезд, организатор сегодняшнего мероприятия, дарует своим родителям Орлову Николаю Васильевичу и Орловой Екатерине Николаевне. Смотрите, На второй заезд ударьте, взяли туда, пошли. На второй заезд у нас зарегистрировалось 6 человек. Первый Кевин Новоорск, наездник Базарбаев Данияр. Второй Алан, тоже Новоорск. Мугадиев.
который первый, вон он оторвал, смотри, он вон, третий идет. А ты где сам? Давайте, давайте, давайте. Первое место во втором забеге получает конь по кличке Мэджин Голд, Челябинск. Наездник Сорокин Евгений. На лошади Кивин, Базарбаев Данияр, Новоорск. Второе место. Что сейчас, Сереж, тут уже дурочка стоит. Декларация получает Степанцев Максим. Молодец, говорит, второй раз. Откуда он? Наш угольный. Угольный, угольный, да. Папа, он не хочет. А ты лошади, что ли, понес? Крепкими руками поднимал малыша на лошадь. И как неуверенно он тогда держался в седле. А позже уже были конные скачки, где Сергей летел на легком коне, занимая призовые места. С раннего детства отец и дед приучают его к казачьему наследию. А малыш так или иначе тянется к нему. А значит, есть кому передать в этой семье старые казачьи традиции. Да. Главное, чтобы продолжать, если остальные фильмы. Немножко осталось. Года три, и ты сядешь вверху. Да не разобьется. Ну, сейчас. Скачешь. Старт третьему забегу. В нем участвует 8 лошадей. Николай Васильевич, Кирилл Николаевна, Сергей Васильевич Николаевич. Забыть он.
Последний круг. А, это Леха. Леха, да. А, вот еще есть. Это вот два. Вот еще два идут. Прибавляют, вот, и. Все, уже ноги отщелятся. Да не надо, это просто так на него пасы сняли уже неделю. Давай, давай, давай! Не, ну сейчас не надо. Все, вот. Все, Жак! Все, все. Первое место, опять два провалились, да, дали как могла. Надо ошибиться, уже на пункту за всех. На отрыв. И уже вот третьим задолжали. Ему надо приз Богданская же не ори, давай скажи. Ты сам не умеешь ездить, да, ёлки-палки. Ну, учусь, скажи, Богдан, да? А ты чё, Савелий, стакал? Сорокин Евгений, молодец, он дает в качку. Все медали, все первые. А он и ту не снял с медальки, так и скакал. Да, я смотрю, говорю, поступает она. Молодец, молодец. Спасибо. Молодцы, приезжайте еще. Второе место, Алмаз. Найдете?